Считанные дни остаются до празднования Международного женского дня. За век своего существования и с памятной даты с настроением протеста он превратился в торжество с ароматом мимозы. Если раньше 8 марта женщины заявляли о своих правах и проблемах, то теперь все заботы барышень – принимать поздравления и цветы. А заявляют теперь мужчины о своем восхищении прекрасными дамами. Мы обожаем и очень любим красивых наших девчат. 8 марта песню вам посвятим. Наши любимые, неповторимые, вас поздравить хотим! Вот такую серенаду прекрасным дамам ЛГЖТ посвятили их мужественные коллеги. Не украшение дракона, конечно, но тоже подвиг. Совершать поступки ради представительниц прекрасного пола в тресте готовы ежедневно. Женщин здесь называют сердцем коллектива. Я, вы знаете, искренне благодарен моим сотрудницам, вообще всем женщинам, которые в нашей жизни есть. Я желаю самого главного женского счастья. Там есть и здоровье, и семья, там есть и дети, у кого внуки. Я абсолютно убежден в этом плане человек, что женщина должна быть счастливой. Именно простое женское счастье загадывают женщины в канун 8 марта. Когда все права кажутся отвоеваны, дамам хочется быть хрупкими нимфами, окруженными заботой и вниманием. Но и немного простых женских радостей не помешает, чтобы мужчины носили на руках и дарили цветы. Сегодня мы слабые, сегодня мы женщины. Мы очень любим наших мужчин, которые, в принципе, каждый день в году, они нам об этом напоминают, стараются как-то нашу работу, наверное, хоть немножечко скрасить. Цветов и серенад в канун 8 марта у прекрасных сотрудниц ЛГЖТ было вдоволь. Главным подарком дамам стало выступление артистов. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.